Уникальный праздник женской красоты и обаяния. До завершения приема заявок на третий республиканский конкурс «Я женщина» осталось совсем немного времени. В нем женщины из разных муниципалитетов республики могут заявить о себе и рассказать о своей уникальности. Конкурс объединяет представительниц самых разных профессий и возрастов. Активно в процесс подготовки видеовизиток включились женсоветы всех округов. Лидеры, по данным заявкам, Чебоксары, Алатырь и Шумерлинский муниципальный округ. Как показала практика прошлых лет, участие в конкурсе остается в памяти участниц как одно из самых ярких воспоминаний на всю жизнь. Заявки принимают до 22 мая. Вы ярче увидите свой образ и свой жизненный путь. Вы по-новому почувствуете себя и расскажете об этом всему миру. Увидите новые возможности для своего личностного роста. Для этого вам необходимо снять свой видеоролик, подать заявку. Подробности на сайте Союза женщин Чувашии. Конкурс «Я женщина» – это возможность быть собой.